В детской школе искусств имени Агапкина 9 ноября собрались самые неунывающие михайловцы, члены организации ВОС. Их объединила в храме искусства концертная программа, посвященная Международному дню слепых. Иначе этот день принято называть Днем Белой Трости. Счастье ждут и слезы льют. Труд унет ветер ледяной, и от тоски застыну я. Но словно крылья за спиной возникнет музыка моя. Членов общества слепых поздравили депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров и первый заместитель главы администрации муниципального образования Михайловский муниципальный район Александр Исаев. Можно я с вами поиграю? Конечно, конечно. Дорогие друзья, Раис, можно тебе так назвать? Мы с ней дружим уже много-много десятилетий, когда еще я только пришел работать сюда, и мы с ней постоянно сотрудничаем во всех отношениях, и в политических, и в экономических, и подсобить друг другу, когда всегда. Когда бы она ни пришла, по любому вопросу мы находим направление, где можно сотрудничать. Каждый год приходит ко мне, и мы, в свою очередь, оказываем помощь. На самом деле, вот этот день, Международный день Белой Трости, ведь дело в том, что мы никто, каждый родившийся человек, не застрахован от того, что либо от рождения, либо что-то случилось дальше, либо к возрасту определенному, мы начинаем и слабо видеть, и слабо слышать, и многие-многие проблемы возникают в человеческом организме. Не каждый понимает, что может случиться с каждым это. Поэтому не каждый думает, что надо подставить плечо, вот о чем ребята сейчас говорили, надо оказать помощь, надо сделать так, чтобы комфортнее была жизнь каждого человека на этой земле. Поэтому вот сегодня мне бы хотелось сказать вам, особенно тебе, Раис, спасибо большое. Ты ведешь очень большую и серьезную работу. Объединяете вокруг себя всех тех, кто хотел бы, чтобы им оказывали помощь, чтобы были замечены, чтобы были в этой организации. Поэтому, дорогие друзья, всем здоровья, добра, счастья. Ну а мы по возможности будем вам, а вы нам, кстати, тоже минус 3 уже, помогать должны. Так что вроде очки не ношу, а в кармане всегда держу, чтобы прочитать что-то, значит, написать. Свое обязательно это есть. А? В общество возьму. С удовольствием. С удовольствием. Мы тут смеяться даже нечем, поэтому мы вместе. Здоровья вам и добра. Дорогие друзья, разрешите вас поприветствовать в этом зале от имени главы района Евгения Владимировича Сидорова. Безусловно, я присоединяюсь ко всем словам, которые были сказаны Владимиром Карповичем. Мы восхищаемся силой воли вашей, мы восхищаемся вашей волей к жизни, стремлению созидать, стремлению трудиться, стремлению жить, как все люди, которые имеют стопроцентное зрение. Хотелось пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Спасибо. Ценным подарком администрации муниципального образования Михайловский муниципальный район наградили членов бюро Михайловской местной организации ВОС Алексея Королева, Наталью Кузнецову и Марию Чижову. Почетной грамотой администрации муниципального образования Михайловский муниципальный район за добросовестный труд, активное участие в общественной деятельности Михайловской местной организации Всероссийского общества слепых награждены Галина Туркина, Татьяна Чистова и Марина Чашкина, члены Михайловской местной организации Всероссийского общества слепых. Благодарить всех организаторов, спонсоров и пожелать всем доброго здоровья. И, как всегда, разрешите мне поздравить всех стихами. Когда мы были молодыми, неутомимо шли вперед. Друг друга часто говорили, как время медленно идет. Но времечко заторопилось и стало набирать разбег. А тут
И старость навалилась на наши головы, как снег. Так пронеслись десятилетия, жизнь трудовая за бортом. Мы плохо ходим, глохнем, слепнем, но время все бежит бегом. Конечно, старость всем не в радость, как раньше нам не поспешить. Но умирать не собирайтесь, нам жизнь дана, и надо жить. Здоровья и счастья всем! Оптимизма обязательно! Спасибо большое за внимание! Какая старость, да! Награждается Мария Михайловна Чижова, член Михайловской местной организации ВОС. Ваши аплодисменты! Мария Михайловна! Спасибо вам. Фото на память. Почетные грамоты администрации муниципального образования Михайловский муниципальный район за добросовестный труд, активное участие в общественной деятельности Михайловской местной организации Всероссийского общества слепых награждаются Галина Александровна Туркина, член Михайловской местной организации ВОС. Виновники торжества принимали в этот день поздравления от председателя Михайловской районной думы Александра Куфельта. Он вручил почетные грамоты Михайловской районной думы за активное участие в жизнедеятельности местной организации общества слепых и в связи с проведением Дня Белой Трости Раисе Храпенковой, Лидии Вяткиной, Лидии Маслеевой и Марине Шкаповой. Неуемная женщина! Не проходило ей полгода, как она сразу обращалась за помощью. Помочь там, помочь здесь, и до сих пор вот обращается. Поэтому действительно огромное есть спасибо. Покоя не даю никому. Покоя никому. Ждаем вас. Конвертики немножко. Спасибо вам. Не могу. На свете можно по-разному жить. Можно в беде, можно в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. А можно так, на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженной солнце достать и подарить его людям. Я сегодня от лица депутатов районной думы, от себя лично, сердечно поздравляю вас. И хочется действительно от души подарить вам частичку света, частичку тепла, потому что вы люди с неуемным характером. Я с вами встречаюсь уже тоже давно, с вашим обществом, и знаю, что вы стремитесь всей душой быть полезны и своей семье, и обществу. Поэтому здоровья вам крепкого, мирного неба, всего доброго. Местная организация ВОС во главе с ее председателем Раисой Храпенковой тесно сотрудничает с органами местного самоуправления, среди них Октябрьское городское поселение. От имени главы администрации, собравшихся в зале по случаю Дня Белой Трости, приветствовал специалист администрации муниципального образования Октябрьское городское поселение Светлана Жукова. Желаем всем мира, тепла, счастья и любви и, конечно же, крепкого здоровья. Хотим также преподнести небольшой подарочек. Награждается Оксана Федоровна Калинова. За активное участие в жизнедеятельности местной организации общества слепых и в связи с проведением Дня Белой Трости почетной грамоты от администрации муниципального образования Октябрьское городское поселение награждены Мария Федоровна Морозова и Оксана Федоровна Калинова. Церемонию награждения продолжила председатель местной организации общества слепых Раиса Николаевна Храпенкова, которая вручила почетные грамоты общества Галине Хижняк, Валентине Харчевниковой, Александру Шнырёву, Екатерине Грошевой, Владимиру Прибылову, Антонине Савиной, Татьяне Якушиной, Нине Морозовой, Марии Гириной, Людмиле Тининой, Галине Захаровой, Виктору Панкову, Вячеславу Морозову, Неониле Блохиной, Федору Зуйкову, Валии Фатаховой, Татьяне Прохоровой и Анатолию Самсонову. Награждается Мария Петровна Гирина. Нет. Сейчас мне хочется отметить наших
активистов, которые нам помогают в нашей организации. В первую очередь это вот Валентина Семеновна Харчевникова. Секретарь. Это наши глазки, без которых нам не обойтись. Фото на память. Награждается Галина Семеновна Захарова. Конвертик, кучу денег здесь. Аплодисменты. Бирюков Евгений. Горбунов Дмитрий. Амаров Алхазур. Красавчик. Молодежь какая у меня красивая. Шелудченко Владимир. Награждается Виктор Алексеевич Панков. И я очень им благодарна. Я очень редко бываю в Михайлове, но если что, они обязательно позвонят, обязательно пригласят. Обязательно помогут, так сказать. И я бы не хотела, конечно, поднимать этот вопрос, но я вам скажу, у меня муж много лет прослужил в армии, долгое время, с почетом, со всеми почестями. Приехав сюда, потерял зрение. Берегите мужей, берегите детей, берегите жен. Берегите здоровье, самое главное. И чтобы в вашей жизни никогда не было таких случаев, как произошло в моей жизни. И я вам пожелаю всем здоровья, добра, тепла. И хорошо, когда мы все вот вместе, мы одна единая семья. Я надеюсь, мы с вами все преодолеем. Пока мы живы, будем трудиться, работать и стремиться к достигнутым целям. Здоровья и долгих лет жизни. За активное участие в жизнедеятельности местной организации общества слепых благодарственные письма вручили депутату областной думы Владимиру Сидорову, главе администрации муниципального образования Михайловский муниципальный район Евгению Сидорову, заместителю главы по социальным вопросам Наталье Гришиной, председателю Михайловской районной думы Александру Куфельту и главе Октябрьского городского поселения Валерию Шавырину. Александру Давыдовичу Куфельту. Спасибо всем. Не ожидал. Спасибо. Главе администрации муниципального образования Михайловский муниципальный район Евгению Владимировичу Сидорову. Заместителю главы по социальным вопросам Наталье Михайловне Гришиной. Главе Октябрьского городского поселения Валерию Анатольевичу Шавырину. Просим специалистов выйти на сцену. За
За тесное сотрудничество в освещении мероприятий местной организации общества слепых благодарственные письма вручили директору телеканала «Михайлов ТВ» Наталье Быстраковой и главному редактору газеты «Михайловские вести» Ольге Грязевой. Местная организация общества слепых поблагодарила за сотрудничество и помощь благотворителей. Концертная программа, подготовленная творческими коллективами и солистами РДК, украсила праздничное торжество, посвященное Дню Белой Трости. Перед зрителями выступили Иван Гранков, Галина Зайцева, Денис Кочанов, Ольга Рунова, сотрудники Трипольского СДК, Ирина Дементьева, Роман Арсланов и Олег Марков. Мы встретились посреди лета, были голубыми небо и цветы. Я скажу спасибо случаю за это, что передо мною появилась ты. Я свое смущение приукрасил шуткой и еще подумал про себя тайком, что тебя назвал ты только не забудкой, голубым и нежным солнечным цветком. Не забудка, не забудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Не забудка, не забудка, сказки я живу как будто, и тебя я не забудка, не забуду никогда. Как судьба нам выпала, что пришлось расстаться, даже твое имя неизвестно мне. Только остается мне с тобой встречаться звездными ночами, да и то во сне. Я стою волнуясь в телефонной будке, телефон вы где-то, вы не нашли мне друзья. Набираю номер, здравствуй, не забудка, так всю жизнь хотел бы, хотел звать тебя лишь я. Не забудка, не забудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Не забудка, не забудка, в сказке я живу как будто, и тебя я не забудка, не забуду. Забудка, не забудка, иногда минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Не забудка, не забудка, сказки я живу как будто, и тебя я не забудка, не забуду. Хочу лишь с тобой, и нас зовет она вдали, вдали с собой. Любовь запретная, моя заветная и единственная моя. Без тебя не прожить ни дня. И не надо мне судьбы другой.
надо мне судьбы другой.
Что же мы с вами наделали? Думала, свыкнется от боли. Что же наделали? Что мы 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 наделали? Покраснела за окошками рябина. Обнимались на поляны возле дыба, а друзья уже на свадебном застолье провожали мою волю хлебом солью. Зацепила, заманила, заорганила, красотой своей шальной сердце ранила. Говорю я всем подружкам до свидания, вы не ждите меня больше на свидание. Что со мною, я не знаю, просто кругом голова. Зацепила, заманила, заорганила меня. Разбросала ночь по небу свои звезды, и луна пришла на свадьбу гости поздней. Подарила ты поту своей рябине и шептала что-то тихо мне о сыне. Как цеплялись ошибки твои речи, хорошо, что между нами был тот вечер. Променял я на девчонку свою волю и в обнимку теперь с ней иду по полю. Зацепила, заманила, заорганила, красотой своей шариной сердце ранила. Говорю я всем подружкам до свидания, вы не ждите меня больше на свидание. Что со мною, я не знаю, но просто кругом голова. Зацепила, заманила, заорганила меня. От дождя встали очи и трава, и желтые листья. Снова тучи на рассвете, где вперед и только ветер. Каждый день ему безразлично, ему безразлично. А я так жду последний день в этом году тепла и солнца. Я так жду последний день немного лета. А я так жду, а осень зла и надо мной смеется.
поезда ночь уйдет, и снова дождь ведет с рассветом. С рассветом мы сойдем с тобой в холодный лес. Наши поляны полотна стали вдруг такими чужими. Но ты помнишь, ночи лета нас скрывали до рассвета, травы и лес, и месяц над ними, и месяц над ними. А я так жду последний день в этом году, тепла и солнца. Я так жду в осенний день немного лета. А я так жду, а осень зла и надо мной. Придет с рассветом, с рассветом. Бывает, станет смотреть. Песни нашей молодости, да, они очень дорогие песни. Хорошие слова, хорошая музыка. Мы ходим прочь из леса, нет для нас теперь здесь места, только дождь, холодный и ветер. Видно, ждали мы напрасно дней весенних, теплых, ясных, и за ним лишь осень в ответе. Лишь осень в ответе. А я дожду последний день в этом году, тепла и солнца. Я дожду в осенний день немного лета. А я дожду, а осень зла и надо мной. Смеется, ночь уйдет, и снова дождь придет с рассветом, с рассветом. Всем тепла, солнца, душевного тепла, гармонии. И самое главное, тут здоровье, чтобы тоже не подводило. Спасибо большое. Всегда.
пьешь. Я ж деревенская, я деревенская. Ты не смотри ни вокруг, ты погляди сюда. И спеть смогу, да и сплясать смогу. А полюблю кого, так навсегда. Ой, доля, троля, ой, доля, троля, моя такая доля, полюблю так навсегда. Деревня, то ли дело, здесь некогда скучать. И церковь зацелела, и есть кому венчать. А ты назло соседка, по любовью не скупись. Я нарожаю деток, ты только шевелись. Ешь ты деревенская, я деревенская. Ты не смотри ни вокруг, ты погляди сюда. И спеть смогу, да и сплясать смогу. Вы надеетесь, что она будет удачей? Всем девчонкам посвящается. Вспомним лето. Проводится из мели. А мальчишкам не посвящается. Мальчишкам тоже посвящается. Мальчишкам с вторую песню посвящается. Хорошо. Ты идешь, как королева, и глядишь куда-то вдаль. Оглянулся, постоял и улыбнулся, не заметила его. Жаль, макияж сегодня клёвый, губы в стрелке и глаза. Они сегодня с тёмной поволокой, и ты спустись готова в тормоза.
Владислав Окорков, Александр Каратаев и Евгений Быстраков специально для Михайлов ТВ.